нельзя перед ними, друзья, показывать плохую игру. Зукич, который стал очень редко забивать, чем меня, конечно. Черт, опасно. Харри Кейн. Ух ты! Ну, ничего не предвещало беды. Что за жесть? Молодец. Что, друзья, реально лаги очень мешают, конечно. Отлично, Дуглас Коста. Черт, друзья, действительно, Мане на что-то способен. Действительно. Да ладно, что-то он весит. Ну, забивает еще и поезд. Черт, это красиво. Черт, перекладина. Ну красиво, красиво. Привет, же он не отбирает. И, может быть, повезет Гонсало. Как это все вышло? Пусть будут победы. Окей, нам противостоит Спартак Москва. Да нафиг игрока. Черт, вот нет. Ну нет, нет, не так. Или так? Отлично! Этот парень свое дело знает, друзья. Когда нужно, он не подведет. В котором меня возили практически весь. На мой взгляд, Марадона это тот, кто. Не выносят мозг долгими паузами, вот честно. О, брат! Отлично, друзья, наша третья сегодня победа подряд. Довести эту серию до 4.
Nobody does it better than me. They can come closer than close. Yeah. Я играю, как играл всегда. Окей, ФК Динамо. Да что такое? Я уже даже отвернул голову. Дерьмо. А, жесть, друзья, я не согласен. Хорошо, что напомнил сейчас, уже после этого матча, сделаю. И так и не сделал. So if you really think you wanna step to me, keep this in mind, nobody does it better than me. До свидания. Как он сразу выскакивает, мои атаки просто хоронят. Make you say go now. Hot rap singles on the charts now. Ну да. Тут, конечно, до свидания. Ничью. Конечно, это второе поражение подряд. Джермейн, дубль. Вот такая вот дичь. Как у нас. Окей, все это пофиг. Главная игра. Погнали. Penalty kick given. Это заслужили. Мы наказывай. Отлично, Мане наказывает. Отлично, друзья. Был очень напряженный матч, время пролетело незаметно. И вот эта статистика, она может дико ввести в заблуждение. Было бы неплохо взять 5 очка, согласитесь. Стойный. Такой универсальный игрок, в общем-то, с хорошим нормальным пасом. Ближним пасом, дальним пасом. В защите неплох. Универсальный такой центральный. Охренеть. Марата, как я представляю, тут тот же Манджукич, только... Зря. Это было зря. Друзья, вот так и начинаю лететь на ровном месте. Этот чувак силен. Надо у него эту идею. Ну спасибо, ребят, за критику. На самом-то деле, конечно.
Хотя в последнее время, наверное, везение больше. Окей, Спартак, Москва. Да выбейте хоть кто-нибудь этот чертов мяч. Но суть-то одна. I don't believe it, друзья. I don't believe it. Спартак Москва едет домой. Обращайте на то, что он нас не подведет. Смотрел бюджет этих компаний, ну там просто в разы, там, по-моему, в десятки раз даже больше будет у EA. Ну это защитник привез. Я. Во, это хорошо. L1 удар, ну. Что ж, мяч так слегонца. Но здесь, судя по всему, это...